кто как не мастер лучше всех знает, какой должна быть бьюти-студия. Наталья Мельникова, руководитель студии красоты Монако, начинала как мастер по маникюру в далеком 2010-м. Свою же собственную студию Наталья, лидер по характеру, открыла 4 года тому назад. Начинали с Первомайской улицы, снимали сначала там аренду. И здесь мы уже больше года, здесь мы уже помещение приобрели. Помещение, в котором сейчас располагается бьюти-студия, Наталья приобрела при поддержке фонда предпринимателей Сарапова. Начальный капитал, я скажу честно, я каждую свою зарплату вкладывала в покупку какого-то оборудования. То есть я зарабатывала и снова вкладывала. Возможности взять кредит или что-то у меня не было. Единственное, что когда мы покупали вот это помещение, у нас была такая возможность посотрудничать с фондом, и фонд предпринимателей в городе Сарапуле нам помогли, и через них мы оформляли ипотеку на это помещение. Сейчас Монако – это бьюти-студия, оказывающая все самые популярные услуги. Это парикмахерские услуги, ногтевой сервис. В салоне работает мастер-бровист, можно нарастить ресницы. Также жители города могут посещать солярий. Наша уникальность в том, что мы можем клиентам предоставить комплексные услуги. Плюс у нас фиксированные цены, за счет чего я тоже думаю, мы в какой-то степени выигрываем, потому что комфортно, когда ты знаешь уже, сколько ты конкретно заплатишь за услугу. Такого у нас в городе нет, и по отзывам наших клиентов это очень удобно. Плюс комплексные услуги мы можем сделать в 4, в 6 рук, сразу сделать за 2 часа, например, маникюр, брови, педикюр, или, например, сделать маникюр и окрашивание. Если клиент хочет найти качественную услугу, он ищет профессионала. В свою очередь, профессионалами не рождаются, ими становятся, постоянно усовершенствуя свой уровень мастерства. Есть у нас парикмахер, которая больше года изучала конкретно колористику, хотя опыт работы у нее более 18 лет. И вот за этот год она прошла более 50 обучений. Вот это, я считаю, достойно прям уважения. Наш мастер проходил обучение в школе Саинтера, это московская школа. Они сами учатся за границей и привозят оттуда техники. Техники, в которых работает сейчас наш мастер, не работает никто, ну, по крайней мере, в Удмуртии точно. Вот это уникальные быстрые техники, это сложные техники, которые можно сделать за 3-4 часа на среднюю длину волос. Такого тоже не делают нигде. А это Ольга, тот самый парикмахер-колорист в работе. Несмотря на многолетний опыт, она решила пойти вновь на обучение. В какой-то момент началось выгорание, то есть я не знала, куда двигаться дальше, и решила прийти в салон, чтобы, ну, попробовать снова понять профессию, чтобы учиться дальше, узнавать, снова влюбиться в нее. Высококвалифицированные мастера салона не только сами преображают красавцев и красавиц Сарапова, но еще и проводят обучение. В студии Монако каждый желающий может пройти курсы мастера маникюра или бровиста. В планах у Натальи, руководителей салона, расширение и открытие филиалов студии в Ижевске. А всем начинающим предпринимателям Наталья дает совет. Для того, чтобы ваше дело процветало и клиентов становилось все больше, их надо любить. Для того, чтобы привлекать клиентов, нужно их в первую очередь любить. Я всегда так говорю, потому что это меня и привело к успеху. Я очень хорошо отношусь к своим клиентам, уважаю и люблю их. И по отзывам моих клиентов, они относятся ко мне точно так же, и за это меня и полюбили. То есть большинство клиентов в студии изначально были мои знакомые, мои клиенты. Приходили сюда, потому что им было здесь уютно, и чувствовалась вот эта атмосфера, забота, любовь, и вот просто какое-то, ну, просто чувствовали себя как дома.